Эта выставка не просто дарит эстетическое удовольствие посетителю, но и помогает совершенствовать себя в творческом ремесле. На стендах в зале детской художественной школы представлен цикл создания картин от эскиза до финального полотна. Выставку методических пособий часто посещают воспитанники школы и молодые педагоги. Это наглядное пособие отлично помогает восполнить пробелы в изученном материале. Здесь есть работы, выполненные в декоративной технике, если мы будем говорить о композиции, декоративно-прикладная композиция, станковая композиция. Здесь представлены задания по живописи, по рисунку для всех уровней учащихся нашей школы, начиная от первого курса, заканчивая последними старшими курсами. Один из самых сложных и многогранных разделов выставки – композиция. Это квинтэссенция всех полученных знаний по рисунку, живописи и другим областям. Перед учениками встает непростая задача – оживить полотно, запечатлеть на нем гармоничный момент жизни, правильно расположив все его объекты и составляющие. На первых курсах они намного проще. Там в этих первых заданиях ученики постигают азы композиции, построения композиции, что такое композиционный центр, подчинение композиционному центру. От малокомпонентных композиций до сложных многофигурных композиций. Посетить выставку можно в часы работы художественной школы без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.